Всем доброго дня. Ну вот, пекло на улице. Уже время 12:30. Вот. Поговорил. Позвонил я сам патрону. Вот. Ну, вы знаете, я такого склада человек, я не люблю вот так вот это самое. Как-то это. Я говорю, патрон, извините, что беспокою вас. Праздники все-таки. Он говорит, как у тебя дела? Я даже не знаю. Я говорю, как вы говорили, квартиру найти, я говорю, не смог по той цене, которую вы говорили. Вот. Я говорю, обошел я, говорю, везде. Ездил во все, даже в Аланию, везде. Вот, я говорю, ну что теперь делать, я говорю. Раз уж проиграл. Человек должен уметь свои, как говорится, проигрыш тоже признавать. Вот, конечно, и при покупке меня хорошо обогрели, как говорится, и при продаже тоже. Вот какая-то невезучая квартира. Вот, дай бог, чтобы другим везло, которые здесь будут жить. Вот. И я ему говорю, это ваши, я говорю, товарищи, которые перепродают сейчас. Сверху, я говорю, поставили еще, я говорю, 500 000. Но мне это, я говорю, не мое дело, пусть зарабатывает. Даже то, что они обманули. Я говорю, ну мы же договаривались, я говорю, что я выйду, когда, я говорю, обещана вами квартира. Я говорю, ну вы не могли найти, я не мог найти. Я говорю, давайте так договоримся, я говорю. Я, наверное, сейчас, я говорю, в другие города поеду. Вот. И буду искать, я говорю, по оптимальным ценам. Пусть подальше, я говорю, от Анталии. Пропади она пропадом. Вот. Я говорю, а она, я говорю, пусть сюда, я говорю, больше клиентов не будет. Я говорю, если она будет со мной по-человечески, я с ней тоже по-человечески. Не будет по-человечески, я говорю, все сниму, я говорю, здесь то, что я говорю. И кондиционеры, и все остальное. Я говорю, за квартиру, перечислены деньги, банковский счет. Я говорю, может, вот сейчас проверить. Я говорю, я ни копейки не потратил оттуда. Ни копейки. Я говорю, я самодостаточный человек. Вот. Я говорю, я могу вернуть эти же деньги обратно. Обратно же, я говорю. И пусть, я говорю, договор признаю недействительным. Он, нет, ты что, нет, зачем это, не надо, я ей скажу, в общем. Я говорю, вот так договоримся, браток, я говорю, наверное, надежда была на то, что, видите же, большинство людей так, когда что-то деньги взяли, сразу начинают тратить эти деньги, понимаете, а потом уже назад ходу нет, деньги-то потрачены, а у меня нет такой привычки. Я не трачу. Для меня это все равно чужие деньги. Пока я не найду нормальную квартиру. И пока не уйду отсюда. Вот. Он же обалдел. Ты что, говорит, не потратил ни копейки? Я говорю, нет. Я же, я говорю, самодостаточный человек. Вы что, я говорю? Мне, я говорю, это не надо. Я говорю, я эти деньги, я говорю, могу обратно перечислить. И пойдем, я говорю, договор, это самое, переоформим в обратную сторону. Нет, нет, ты что? Я говорю... Ну, придется в другие города поехать. Ну, а что делать, говорит? Ну, раз уж так надо. Вот видите, вот в прошлом ролике я вам сказал. У нас кадров не ценят, понимаете? Кадров не ценят. Вот другой бы, например, у нас бы, например, да, СНГ где-нибудь, да, в России, СНГ бы, ценного кадров сказал, ты что, браток, какой другой город-то? Ты же мне здесь нужен, ты столько сделал, столько работаешь. Никуда не уезжай, короче. Да ты что, да даже надо будет, я тебе доплачу нафиг, чтобы ты здесь это... Нет. Они легко расстаются и с кадрами, и со всем остальным тоже. В основном здесь деньги, понимаете? И когда мне много... Есть такие у меня, это самое, любовь, женщина. Я говорю, здесь нет любви. Здесь не бывает его почти. Очень мало, редко встретишь слово. Здесь основное деньги. Пора. Днем и ночью пора. Вот. Поэтому он говорит, ну что теперь делать? Ну да, ты прав, говорит, ну а что теперь это самое? Я говорю, ну мне другого выхода нету. Он со мной согласился.
Он не стал говорить, ну давай тогда обратно сделай, если что, потому что ты мне здесь нужен. Нет. Хотя ему сказали, я говорю, деньги у меня лежат, то есть те же самые суммы. Я ни копейки не тратил, не брал оттуда даже. Вот. Ну, вот так вот. Понимаете, я еще раз хочу сказать, что вот дополнение это к прошлому ролику, про кадры я говорил, про отношения. Здесь денежные отношения с друзьями, людьми, понимаете, между людей. Денежные, в основном денежные отношения. Мне сказали, что вот это в Анталии вот так в основном. В других таких городах, такого, как здесь в Анталии, нет, говорит. Там более люди такие, понимаете, вот более в Анкаре сказали, очень хороший такой этот, такие вот, такие, ну, основанные или обоснованные такие люди, да, такие серьезные, никаких этих. Здесь все на деньги, понимаете? Здесь все на деньги, все на деньги. Вот. Ну, конечно, ему не выгодно, чтобы я деньги вернул, и вы в комментариях правильно, вот, подписчик, привет всем там, правильно написал, договор можно аннулировать запросто. Можно запросто аннулировать, потому что я деньги не потратил, ничего, я не хочу, и все нафиг. Но в это время комиссия, которую взял патрон, он эти деньги потеряет. Потому что те же потребуют с него деньги, эту комиссию, понимаете? А зачем? Лучше кадр свой потерять. Пусть уйдет в другие города, другие селения. Но чем потерять 15-20 тысяч лир? Вот. Вот и все. Так что я все уладил, все нормально. Я ей сказал, я говорю, если придет, я говорю, я вот так вот. Вот когда я, говорю, куплю... Вот только, я говорю, деньги уйдут со счета, вот тогда, я говорю, дней через 10 может потребовать, я чтобы ушел. А так, я говорю, я ни копейки не потратил. Вы знаете, мой вам совет, да большинство из вас тоже об этом знает, не будьте коротким языком перед кем-то. А короткий язык – это взять деньги и потратить чужие деньги. Понимаете? Люди потом этим могут бить тебя, вот этим. Вот. Ты же взял деньги, ты потратил. Ничего подобного. Вот они лежат, все, вот возьмешь обратно. А здесь вот так можно делать. Я сейчас смотался к моему другу, он давно риэлтором работает. Я ему сказал, Мурат его зовут, его помните, который армян вот этим помогал покупать. У него свое агентство, тоже он говорит, запросто можно, говорит, договор аннулировать. Запросто. Ты, говорит, деньги не потратил, ничего, говорит, ты не потратил. Вот. И все, это раз. Но, говорит, ты этого не сделаешь, ты, говорит, не такой человек. Я говорю, ну, блин, я, говорю, совсем уже оборзели, я говорю, да, клиента проводить. Патрон, я сегодня сказал, чтобы я ни одного, я, говорю, клиента здесь, в моем доме не видел, пока отсюда не уйду. Он говорит, все, я, говорит, я сегодня позвоню, скажу, и, говорит, чтобы никак это. Я, иначе аннулирование полностью, я говорю, договор, и квартиру забирай обратно. Деньги, я говорю, у меня лежат, ни копейки, я говорю, оттуда я не потратил. Вот такие дела. Всех вам благ. Пока.